Даже если нет швейной машинки, но очень хочется попробовать пэтчворк, то почему нет? Вполне возможно. Проходите по ссылочке в профиле, подписывайтесь на мой канал и смотрите мастер-классы. Когда-то я шила целое одеяло вручную, представляете? Но для начинающих рекомендую все-таки попробовать сначала на небольшом изделии. Вот как, например, вот эта вот обложка для блокнота или для книги. Это такая прелесть. И все эти шовчики прекрасно укрепляются вот такими декоративными стежками. И никуда у вас не денется, и все будет очень крепко и очень функционально, и очень красиво. Попробуйте. Подпишитесь на мой канал в YouTube, ссылка в профиле, и вы научитесь всему совершенно доступно, понятно, очень подробные мастер-классы.